Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как обычно, я, отбор напоминков в честь меня. И это уже вторая серия по прохождению игры Team Fortress 2. Я смотрел видео, я смотрел... Блять, я не видео смотрел, я смотрел... Блять, как бы вам так сказать? Ну, короче, посмотрел там по результатам, вам очень сильно понравилось. Там 9 просмотров было, но один лайк, по-моему, был. Вот, но я думаю, вы хотите новую как бы серию, вот. Давайте не будем медлить, вот. Основное обучение. Так, я скажу сразу, вот вы видите здесь, что у меня все завершено, но нет. На самом деле я просто игрался с настройками графики. И как бы на сайте с настройкой графики была фича, типа можно было включить туториал. Я как бы уже заебался его постоянно смотреть, этот туториал. Поэтому просто нахуй снес. Но на деле я проходил только солдата. Как бы, как вы помните, в прошлой серии я прошел полную кампанию солдата. А сегодня мы с вами будем проходить кампанию подр. Подрывник. Так, я вчера не читал вот это все название, вот эти все текста. Вот, ну давайте сегодня почитаем. Так. Подрывник настоящий мастер в области взрывчатки. Он может закидывать врагов гранатами из-за угла и использовать бомбы-липучки, чтобы делать ловушки или уничтожать труднодоступные турели. О как! Стандартный набор оружия. Основное, ну понятно. Доп оружие тоже понятно. Ближний бой, ну тут непонятно. Ладно, сейчас разберемся. Нажимаем начать. Так. Так, так, так. Что тут у нас? Так, пока ничего. Банка Т поможет раскрыть невидимых шпионов. Это довольно полезная информация. Хорошо, что ее здесь написали, а то я бы не понял. Честно говоря, я бы сидел бы... Глупая ситуация была бы на сервере. Вот, ну, как бы спасибо, спасибо, вот. Так, так, так. Что-то долго грузится, грузится очень что-то долго вообще. Так, так, так. Ага, вы на подходе к таргет. Режим тренировки. Блять, иди нахуй отсюда. Включить ее. Да, 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 включи. Обучение выбору оружия и цели. Так. Ага, вот она у нас подрывник. Ага, я понял. Выбирайте предлагаемое оружие, что-то поражайте цели. Так, 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 он здесь стреляет и убивает, вот. Можно установить и взорвать сразу несколько бомб-липучек. Довольно полезная информация, скажу я вам. Ага, ну, понятно, так. Граната летит по траектории, так что цельтесь выше цели. Довольно... Очень полезная информация, кстати. Вот было бы вообще неловко, если бы мне про нее не рассказали. Я могу показать снова, а можем и продолжить. Тут мигает продолжить, поэтому я, пожалуй, нажму продолжить. Ух, ебать, он лагает. Ебать, блять. Ладно. Подрывник — гибкий класс, чье оружие позволяет как защищать позиции, так и быть на передовой, разрушая вражеские турели. Это чё, блять, такое? Победить этот пиздец. А, не. А показалось. Ебаный в рот, бля. Я же подумал. Ну, короче, вот здесь у нас тут. Вон. Так. В прошлой серии мы выяснили, что если вы нажмете на F, вот чуть-чуть подержите F, то у нас ебать. Сука, нахуй, ладно. У подрывника есть гранатомет, что-то липучкомет и бутылка. А это, да, вот бутылка, я так понимаю, вот. А это гранатомет. Выберите гранатомет, нажав... А, нихуя, ну я поломалась, ебать. Вы знали, ребятушки? Вы знали, что если вы ударите бутылкой по дереву, то бутылка поломается? Ебать, я не знал. Поставим лайк за этот факт. А, стоп, да. Я что-то отвлекся вот от этого самого. А, ну тут у нас, короче, вот эта у нас штучка, чтобы пополнять боезапас. Вот этого нашего оружия. А это, чтобы нас лечить. Кстати, довольно интересный факт, что вот это... блять, я забыл. Ну, короче, коробка с оружием. Она восполняет нам абсолютно весь наш боезапас. Вот, то есть, если я там что-нибудь вот
Вот так вот сделаю там, да. Вот, то есть все, у нас как бы же не полный боезапас. А если я его выберу, возьму вот эту штучку в руки. Бля, какую штучку в руки, сука, что я несу нахуй? Короче, она восстановит нам абсолютно все. Всю нашу амуницию, вот она, кстати, восстанавливается. Вот, кстати, довольно тоже интересный факт. Вот эта коробка, у нее, как бы, она восстанавливается спустя 10 секунд. То есть, если что, вот вы знаете, что делать. А вот это вот, блядь, что это, кейс с лечебной херотой. Это у нас, эта штука у нас лечит нас. И она лечит абсолютно все наше здоровье. То есть, если мы там, например, вот возьмем чисто, на, взорвемся, вот, она нам восстановит абсолютно все здоровья. Также случайно подобрал вот эту коробку, и она нам восстановила также боезапас вот этой вот штуки, которую мы еще не выучили. Вот. Но я пока и буду называть липучкомет. Так. Выберите гранатомет, нажав 1. Не выбирается, ладно. А, вот, все, выбралось. И уничтожьте цели. Ага, гранаты взрываются при контакте с врагом, если до этого они не коснулись других поверхностей. Чё? Ладно. Ага, вот, вот. Если они не коснулись других поверхностей. Ну-ка, ребят, давайте попробуем, смотрите. О, как довольно интересно, смотрите. Гляньте, как она отбросилась. Ой, даже так она попала. Это довольно удобно. Так, выберите гранатомет. Ага, читал уже, читал. Вот так вот, смотрите, делаем. Довольно интересно. Так, это у нас этот самый, это подрывник такой же, как и мы. Кстати, если вы не знали, вот, если нажать на насмешку, вот, у нас челик что-то тут воспроизведет анимацию забавную, вот. Вы видите, что здесь? Блин, как узнать, что здесь нарисовано? Вы, блядь, да пухуй. Короче, вот так вот стреляем чисто. А, сука, сука, блядь. Да я не попадаю, ребята, вы видите это? Это ту жесть, я не попадаю. О, я выбрал, я прошел. Скрытая цель. Гранаты умеют откакивать от различных поверхностей. Уничтожьте частично закрытую цель, выстрелив гранаты чуть выше, ну-ка. О, я попал, ребят, это довольно везучий случай, кстати. Отлично, липучкомет может использоваться для установки нескольких бомб-липучек, которые можно подорвать в любое время, нажав маус 2. Так. Заебался уже. Нажав 2, выберите липучкомет. Липучки активируются после. Блять, что я делаю? Липучки активируются после небольшой задержки и взрываются клавишей маус 2. Нифига себе. Чтобы продолжить, уничтожьте несколько целей бомбами-липучками. Бомбы цепляются почти ко всему, за исключением движущихся объектов и игроков. А ведь и вправду. На. Вот. Если, используя опыт нашей предыдущей серии, мы знаем, что взрывающееся оружие, короче, вот эти, типа липучек, да? Ну, вот эти вот, да? Вот я вам покажу. Вот она, липучка. Она взрывается, да? Вот, этими липучками можно, как бы, одной липучкой можно убить сразу несколько целей. Вот, например, вот этого вот жердяя и тупо огнетушителя. Вот чисто берете вот так вот, бам, вот это что-то не умер, у него много хп, наверное. А вот этот вот чел жирнич, он тупо взорвался, ну, как бы, ладно. Так, кто он? Ага, вот этот челик, снайпер, да? Вот у нас тут. Бам, он тоже, как бы, так взорвался. Ой, хорошо. Так, чтобы продолжить, одновременно уничтожьте все 5 целей за раз, можно заложить до 8 бомб-липучек. Давайте посмотрим. Пиздец. О, мы прошли. Это было довольно сложно, ребят. Но я как бы, ребята, я не такой тупой, как вы думаете. Бомбы-липучки можно взорвать нажатием маус 2, даже если вы держите в руках другую. О, это довольно интересный и занятный факт.
Так. Чтобы запустить бомбу-липучку на большее расстояние, зажмите маус 1. Блять, что-то не работает, ладно. Когда накопится заряд достаточной силы, отпустите М1. Не про эту штуку, ладно. Уничтожьте цель, стоящую вдалеке. Не забудьте зажать маус 1 и отпустить ее, чтобы запустить бомбу или пучку на большее расстояние. А, не про вот эту. Ага. Ну-ка. Так. О, попали. Победа! А, все! Ага. Вы завершили тренировку. Хорошая работа, вы завершили курс тренировки подрывника. Курс тренировки шпиона разблокирован. Выберите тренировка в главном меню, чтобы начать тренировку. Готовы играть по сети против других игроков? Выберите найти игру, бля, ну давай, ладно. Так. Хорошо, выбираем тренировка. Основное обучение, вот. Подрывник у нас завершен, а шпион, кстати, не завершен. Это непонятная штука для меня. Раньше она же была, ну ладно. Так, давайте, шпион. Так, шпион. Шпионы действуют совсем не так, как все остальные классы. Они предпочитают использовать невидимость и устраивая врагу сюрпризы. Их задачи постоянно меняются. От убийства ключевых врагов, таких как медики, до уничтожения построек инженера. Стандартный набор оружия. Основное, ну, походу, револьвер. Доп. Оружие. Часы, походу. И ближний бой, нож, походу. Начать. Ну, понятно, довольно интересная штучечка, механика такая прикольненькая, приколдесненькая. Вы на подходе к таргет. Режим тренировки. О-о-о, нам сейчас видео покажут. Шпион имеет ряд уникальных способностей, таких как невидимость и маскировка. Часы делают шпиона невидимым для врагов. О, интересная штука, механика такая прикольненькая, приколдесненькая, очень нравится. Замаскируйтесь под вражескую команду и прога... Ничего себе, тут можно маскироваться? Вау. Так. Воспользуйтесь жучком, чтобы отключить и уничтожить постройки инженера. Довольно полезная информация. Нанесите смертельный удар ножом сзади. О, это было жестко. Я тоже так хочу. Можно показать снова, но я не буду этого делать, так как я уже понял всю основную информацию. Давайте так, продолжить. Блять, да хули это все лагает? Джентльмены? О, джентльмены. Блять, какого хоть 30 ппс? Я вообще не понимаю, ладно. Так, шпион. Шпионы действуют не так, как другие классы. Они предпочитают быть незаметными и удивлять врагов. Нихуя ничего, клоуны, что ли? Появляясь что-то там. У них за спиной, походу. А их основная задача — убийство ключевого игрока вражеской команды. Например, убер заряженного медика или уничтожение построек инженера. Вооружение шпиона состоит из револьвера и ножа. Блять, я сейчас понял. А нахуя я сейчас вообще записываю? Я должен был заснять только, ну, как бы, прохождение за... Сука, я, походу, залез вперед. Я наперед залез. Мне надо было записать только на подрывника. А я записал, сейчас буду записывать еще и на шпиона. Сука, дебил, блять. Ну ладно, сейчас пройдем по-быстренькому, так. Вооружение шпиона состоит из револьвера и ножа бабочки. Этот нож отлично подходит для нанесения летальных ударов со спины. Довольно занятная штучка. Часы. Включите невидимость в любое время, нажав маус 2. Вы ненадолго станете полностью невидимым. Следите за счетчиком невидимости, будучи невидимым. Если время истечет, то вы снова станете видимым. Подбирайте патроны или оставайтесь видимым, чтобы пополнять свой заряд невидимости. Боже, что я сейчас прочитал? Так. Станьте невидимым, нажав маус 2.
Проберитесь мимо турели и спрячьтесь вне поля ее зрения за ящиками. Пусть это продемонстрирует ваш коллега. Кто? Нихуя. Блять, ёбы. Так. Станьте невидимым, нажав маус 2. А, он уже демонстрирует. Блять, я все пропустил, сука. почти, кстати. Я могу еще раз это сделать. Смотри. Блять, подожди. Не понял, ладно. Я готов это сделать еще раз. Понимаешь, я просто понял, что туториал это для быдла. Я-то существо разумное, я сам знаю, как я хочу и что мне делать. Сука. О! Вы видели? Фух, все. Удар со спины. Напав сзади, можно моментально убить врага ножом бабочкой. Выберите его, нажав клавишу 3. Да я только его и держу. Чё? Так, зарежьте со спины этих врагов. Ваша рука поднимется, как только подойдете к ним вплотную. Заметьте, что если вы находитесь под маскировкой, то она исчезнет при ударе. Ничего себе. А как они так появились? Опа. Враг пулеметчик. Сосиськи. Это же я, сосиськи. Ну как? Я сосиськи, он не может быть. А, враг шпион, да, значит? То есть. Чё? Чё, все нормально? Блять, ладно. Ну давайте, смотрите, как она действует. Вот так вот. Оп. Критикал хит, что-то. Какого хера? Ну ладно. Враг пулеметчик. Вау, 1800 и критикал хит. Ну ладно. Чё? Это чё? Чё? Блять, это вообще легально, слушай. А, ну ладно. Так, отлично. Вы завершили курс тренировки шпиона и разблокировали тренировку инженера. Почему вам не пробовать полученные навыки в игре? Попробуйте сыграть с ботами. Готовы играть по сети против других игроков? Выберите найти игру, бля, в пизду. Короче, ребята. С вами была отборная помойка в честь меня. Сегодня мы достаточно неплохо продвинулись по сюжету игры Team Fortress 2. Мне все понравилось, мне нравится, я буду продолжать играть. Если это видео также зайдет людям, то я также буду проходить... Что у нас там осталось? Так, ну за инженера у нас только осталось, вот. Можем пройти потом за инженера. И как бы на этом все. С вами был отборная помойка в честь меня. Вот, в конце будет инженер. Я, кстати, себе недавно мышку купил. Я потом, может быть, на монтаже вставлю, если я вообще что-то буду делать с монтажом. Ну, как бы, да, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Всем сосать.